Здравствуйте! Когда приходит весна, а именно в мае, в наших садах-огородах можно посадить очень ценный цветок эхинацею. Это кладезь ценных свойств. Самое главное из них – это иммуномодулирующее. Эхинацею применяют при самых застарелых хронических заболеваниях. Даже при мононуклеозе она эффективна. Эхинацея блокирует рост таких грибков, как стрептококк, стафилококк, хламидии. Она спасает при остеомиелите. Обладая сильнейшим противовоспалительным действием, лечит фактически все заболевания всех внутренних органов, включая женские и мужские заболевания, а также хронический гепатит. У эхинацеи противопоказаний нет, кроме аутоиммунных заболеваний. Принимают, заваривая 1 столовую ложку на стакан, настаивая 1 час, и по половине, по трети стакана за день. Посадить ее лучше всего в мае. Садится она достаточно просто. Делаются бороздочки простые. И высевается. Зацветет эхинацея во второй половине лета и собирают и заготавливают тоже во время цветения. Используют как листья, так и цветочные корзинки. А я желаю вам хорошего дня. До свидания.